Сегодня вестники Северодвинска. Архангельская область в огне. Любителей природы просят не нарушать противопожарный режим. Новое общежитие, косметический ремонт, сотрудничество с Афус-администрацией дает первые плоды. Боролись с энергетиками и гомосексуализмом. Областные депутаты подвели итоги работы. Полиция на воде не дремлет. Инспекторы рыбоохраны проверили воды Северной Двины. В Архангельской области сегодня объявили третий класс пожароопасности. Здравствуйте. В прямом эфире «Вестник Северодвинска», в студии Владимир Богомолов. Мы начинаем с главного. Сегодня утром в лесах области на 660 гектарах бушевали 25 пожаров. Сейчас 15 из них локализованы. В Северодвинске ситуацию пока называют спокойной. Впрочем, специалисты советуют не расслабляться и просят любителей отдыха на природе придерживаться правил безопасности и не разводить костры. Сейчас в Архангельской области действуют 10 лесных пожаров. Наиболее острой остается ситуация в Плесецке, Пиниге, Шенкурске и Вельске. Пока что Северодвинск не в тревожном списке, однако работники лесничества и других служб проводят постоянные рейды и разъясняют отдыхающим на природе. Разведенный костер может обернуться штрафом в 4000 рублей. Запрещается полностью разводить костры, выжигать сухую траву, использовать транспорт с неисправным двигателем и сжигать бытовые отходы на границах с лесными участками. Проверки проходят во всех лесах области, и если большинство отдыхающих относится к ситуации с пониманием, кого-то опасность возникновения пожара не пугает. К административной ответственности привлечено 38 человек. Им придется заплатить в общей сложности порядка 330 административных штрафов. То есть в среднем каждому нарушителю придется оплатить 10 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Виновников лесных пожаров могут привлечь и к уголовной ответственности. Стремительному росту возгораний способствует сухая жаркая погода. Экологи предупреждают, возможно, горение торфяника несут опасность и сухие грозы. Такая погода, как сегодня, ветреная, переходящая с жаркой на ветреную прохладную погоду, порой стимулирует возникновение низовых пожаров. У нас остается опасным 43-й километр до Онеги в сторону Куртяева. Почему? Потому что два года назад, во-первых, большое количество обгоревших деревьев – это сухостой, который сейчас как порох. С мая в районе Северодвинска от огня пострадала площадь в 5 гектаров. И в большей степени от отдыхающих зависит, придется ли этим летом северодвинцам дышать смогом, как 3 года назад или нет. Елена Киева, Семен Семигулин, «Вестник Северодвинска». А в центре внимания в нашем городе детский травматизм. Сегодня в администрации этой проблеме посвятили целое совещание. Напомним, только на прошлой неделе пострадали 2 маленьких северодвинцев. Сначала утонул 6-летний ребенок, а днем позже из окна выпала 3-летняя девочка. Родителям еще раз напоминают, травмируются малыши чаще всего в быту. Одного ребенка спасти не удалось, второй в тяжелейшем состоянии. Таковы итоги детского травматизма на прошлой неделе. Только за 6 месяцев этого года к медикам обратились 2500 маленьких пациентов. Как отмечают специалисты, 40% ранений дети получают на улице, 30% в быту. В образовательных учреждениях в разы меньше. Это говорит о том, что зачастую за чадом не досматривают родители. Девочка по пляжу шла и наступила на остатки от очага, который был использован для приготовления шашлыка, и обожгла себе ноги. Конечно, мне бы очень хотелось призвать всех родителей, что ответственность за детей, за их здоровье, за их безопасность в первую очередь несут родители. Родителям советуют организовывать досуг своего ребенка. Например, подросткам помогут найти временную работу в молодежном центре. Поучаствовать можно в проекте «Солнечный двор» как подопечный или как аниматор. На пропаганду здорового образа жизни рассчитан и фестиваль Тайбола. Он пройдет в июле. В молодежном центре обещают подобрать досуг каждому. Достаточно позвонить. И к другим новостям. Сегодня утром авианосец «Викрамадити» отправился на ходовые испытания. На его борту 1500 человек российского экипажа. В течение месяца специалисты будут проверять работу всех котлов главной энергетической установки корабля. На «Севмаш» авианосец вернется в октябре, а уже в ноябре «Викрамадитию» передадут в МС Индии. О других важных событиях дня в нашей рубрике «Коротко». Сегодня в Санкт-Петербурге открылся 6-й международный военно-морской салон. В нем принимают участие Северодвинский «Севмаш». Делегацию предприятия возглавил генеральный директор Михаил Будниченко.
На военно-морской салон съехались представители 46 стран, в том числе из Японии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Индии, Турции, Чили. Планируется проведение конгрессов, конференций и переговоров, демонстрационных стрельб и полетов, а также работа специализированной выставки. Специалисты «Севмаша» выступают с докладами в секции «Перспективные вопросы развития подводного кораблестроения». Экспозиция предприятия представлена на едином выставочном стенде Объединенной судостроительной корпорации. В Архангельской области не будут вводить соцнормативы на потребление электроэнергии. Такие появились с 1 июля сразу в нескольких регионах. Сегодня стало известно, Поморье исключили из эксперимента. Поставка электроэнергии осталась последней коммунальной услугой региона, где промышленность по-прежнему платит за население. Так что повышение тарифов невыгодно обеим сторонам. Для сдерживания роста платежей власти ввели социальные нормы потребления энергии. То есть население будет платить меньше, чем промышленность, лишь за определенный объем потребления блага. То, что внедрять такой эксперимент на Северной земле пока рано, федеральным чиновникам доказало правительство области. 17 осужденных за экономические преступления выйдут на свободу. Право на это дает новый закон об амнистии. Освободиться раньше времени смогут те, кто впервые совершил экономические преступления или преступления в сфере предпринимательства. Всего 27 статей. Амнистия не распространяется лишь на бывших чиновников, похитителей бюджетных средств и совершивших тяжкие преступления, сообщает информационное агентство «Регнум». Новое общежитие прямо рядом с университетом скоро появится в Северодвинске. А сейчас масштабные ремонтные работы ведутся в здании бывшего Севмаш в Туза, нынешнего ИСМАРТ. Так что приемная комиссия САФУ этим летом работает на Карла Маркса 36. Сегодня абитуриентов и их будущих педагогов посетил мэр города Михаил Гмырин. А понравилось-то что? Ну, то, что можно там... Можно заработать хорошо. Да, только важно бить, хорошо тебе работать. Понятно. И то, что, наверное, в Ненецком автономном округе много месторождений, на которых действительно можно работать. Да. Почему решил учиться именно в Северодвинске, этот абитуриент пока не знает. Но сегодня пришел подавать документы к столу ИСМАРТ. Уже две недели на Карла Маркса 36 работает приемная комиссия. Особой популярностью пока пользуются специальности юриста и переводчика. Хотят ли учиться по другим направлениям, сегодня проверил мэр города Михаил Гмырин. Тем более, что вскоре перед северодвинской молодежью откроются новые перспективы. Запланировано строительство, в первую очередь, общежития. Вот здесь нам мэрия выделила землю, спасибо. Вот 450 мест, 9 этажей. И в целом мы новые специальности открываем. Сегодня мы открыли ядерную физику. Вот морские нефтегазовые системы, вот эта специальность у нас развивается, большой конкурс, и мы будем увеличивать. За две недели в приемную комиссию, например, ИСМАРТ бывшего Севмаштуза, свои документы подали больше 300 человек. В гуманитарном институте САФУ на самые популярные специальности конкурс уже составляет по 8 человек на бюджетное место. А вот система «Завод в ТУЗ», очень выгодная студентам, пока не так востребована. Учиться и работать на предприятии одновременно хотят 90 юношей, но ни одной девушки. Хотя сюда обычно идут мальчишки, то девушек, я хочу сказать, что девушек тоже эту систему мы приглашаем, потому что на данный момент наши предприятия запросили 9 девушек на систему «Завод в ТУЗ». Впрочем, основной поток абитуриентов здесь ждут со следующей недели. Еще больше желающих появится, когда рядом с корпусом возведут общежитие. Кстати, средства на работы были получены благодаря программе образовательного кластера. Ее разработали в САФУ совместно с администрацией города. В Северодвинске можно получить фактически сегодня любое образование, которое востребовано будет, безусловно, в городе. И мы сегодня видим, что у нас безработица одна из самых низких не только в Архангельской области, но и в стране. Коэффициент 0,6. У нас фактически сегодня тех, кто востребован, больше, нежели тех, кто ищет сегодня специальность себе и хочет устроиться. Это не последний визит мэра города этим летом в САФУ. Вскоре Михаил Гмырин проверит ход ремонтных работ в корпусе бывшего Севмаштуза на улице Воронина. Наталья Аскерка, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. За 4 года они приняли более 700 региональных законов. Некоторые из них затем подхватили и на федеральном уровне. Итоги работы депутатов 5-го созыва сегодня подвел председатель областного собрания Виталий Фартыгин. Что сделано и в какую сторону будет двигаться область в дальнейшем, в следующем сюжете.
Провели 47 сессий, рассмотрели 1782 вопроса и приняли более 700 законов. Таковы итоги работы областного собрания депутатов 5-го созыва. За 4 года законотворцы совершенствовали сферу культуры, строительства, образования, спорта и так далее. Были законы запоминающиеся и резонансные, например, запрет продажи энергетиков и слабоалкогольных напитков. С прилавков сладкий алкоголь исчез лишь на полгода, но наделал немало шума в области и стране. Мы прошли массу судебных решений, арбитражный суд, Верховный суд мы прошли, но тем не менее мы этот вопрос подняли до такого уровня, что сейчас это рассматривается всерьез в Государственной Думе, и я уверен, что будет решение близкое к нашему решению. Самым запоминающимся, пожалуй, стал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Против гей-парадов и фестивалей соответствующего содержания тогда проголосовали единогласно. Из глобальных и наиболее затратных – повышение зарплаты учителей. На сегодня она доведена до средней по региону. Повышение заработной платы приводит к большому объему финансовых ресурсов. И поэтому проблема экономики становится еще одним мощнейшим приоритетом. Поэтому для нас, для депутатов, чрезвычайно важно искать варианты инвестиционной привлекательности нашей территории. Напомним, согласно задачам президента, к 2018 году до средней по региону должна вырасти зарплата всех бюджетников. Необходимо 400 миллиардов рублей. Поэтому депутатам следующего созыва, по словам нынешнего председателя, необходимо привлекать финансовые потоки. Будут, конечно, дальше развиваться законопроекты, связанные с улучшением качества медицинского обслуживания, культуры, образовательного процесса и повышение заработной платы, и улучшение строительства новых школ, строительства новых медицинских учреждений. Имена тех, кто будет проявлять инициативы в дальнейшем, станут известны 8 сентября после выборов. Как подчеркнул на брифинге Виталий Фортыгин, не исключено, будет много новых и молодых лиц. Анна Бибикова, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска. Подъехал на машине к воде. Штраф. Поймал маленькую рыбку – тоже. Инспекторы рыбоохраны не дремлют. Накануне они отправились с очередной проверкой по водам Северной Двины. Самая главная цель – найти браконьеров. Удалось ли поймать нарушителей, знает Дмитрий Ефимов. Человек с биноклем смотрит отнюдь не на купающихся девушек. У него задача поважнее – искать браконьеров. Накануне в поиски нарушителей на воде отправились инспекторы рыбоохраны. Одна из целей – рыбаки без разрешения на вылов, например, семги. Также инспекторы следят за ловлей редких пород – нельмы и бычка под каменщика. Незаконный лов рыбы, например, сетями – наиболее частое нарушение. Также лов рыбы менее допустимого размера. Конечно, большинство рыбаков, даже нарушителей, они адекватно подходят к ситуации. Но есть такие, которые все бросают, пытаются убегать. Ну, мы их догоняем. Правда, в этот раз гоняться за нарушителями не пришлось. Некоторые рыбаки были удивлены нашему появлению, но убегать не собирались. А другие попросту не могли оторваться от удочки. Впрочем, правил эти рыболовы не нарушают. Так что инспекторы отправились на поиски так называемых лазеек-браконьеров. Одна из них – это тупиковая бухта Кузумус. Бывает, что там очень много браконьеров. Сейчас мы с вами проезжали, стоят старые колышки от весеннего лова. Проверили также реки и протоки, но первых нарушителей обнаружили на суше. Эти люди заехали на территорию рыбоохранной зоны на машине ближе 200 метров от воды. Тут постоянно все ездят, я приехал. Раз снимаете-то. Может, мне еще трусы снять? По словам инспекторов, большинство нарушений у рыбаков приходится на май и начало июня, когда рыба идет на нерест. По сравнению с прошлым годом, браконьеров становится меньше. С начала летнего периода выявлено ориентировочно порядка 20 административных нарушений. Значит, с изъятием сетных орудий лова, с наложением ареста на транспортные средства, то есть на лодки, на моторы.
За 5 часов нашего рейда мы объехали около 80 километров водных простор Никольского рукава Северной Двины. Потратили 50 литров бензина. Однако браконьеров мы так и не поймали. Сотрудники рыбоохраны Северодвинска объясняют это жаркой погодой и начавшимся дачным сезоном. Следующий подобный рейд пройдет уже в конце этой недели. Правда, куда на этот раз отправятся сотрудники рыбоохраны, остается в секрете. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Смотреть новости наши зрители теперь могут и в интернете на новом сайте северодвинск.тв. Здесь вы найдете самые последние события нашего города и области. Также в интернете можно обсудить актуальные вопросы или поделиться с журналистами наболевшими проблемами. Сегодня язычники вспомнили бы великого князя Святослава Игоревича. Он правил на Руси в X веке. Славяне 3 июля проводили ритуальные поединки и воинские посвящения. Ведь походы Святослава от Среднего Поволжья по Северному Кавказу до Балканских земель Византии помогли расширить границы Руси и разгромить главных врагов – хазар. О погоде на завтра расскажет ведущая рубрики «Небесная канцелярия» Алена Землякова. Здравствуй, Алена. Здравствуй, Владимир. Жара продолжится, но уже без рекордов тепла. Не исключено, что это будет последняя неделя настоящего лета в Северодвинске. Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Вернулись домой с победой. Северодвинский десантник выступил на слете военно-патриотических клубов. От тяжелых травм скончался в реанимации. 60-летний мужчина упал с верхнего этажа общежития. Профессиональный праздник на работу ГИБДД сегодня отмечает день рождения. О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. 4 июля, по данным ГИСМЕТЕО, в Северодвинске ночью ожидается 22 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. По словам астрологов, четверг – благоприятный день для решения как профессиональных, так и личных проблем. Его можно использовать для обсуждения рабочих вопросов или преодоления семейных трудностей. Однако не стоит рассчитывать на то, что времени хватит и на то, и на другое. События личной жизни требуют благоразумия и хладнокровия. Излишние эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре. Улыбайтесь чаще. До свидания. В эфире «Вестник Северодвинска», и мы продолжаем. Уставшие, но радостные и с наградами, северодвинские воспитанники военно-спортивного клуба «Десантник» вернулись домой. Позади у ребят недельная жизнь в армии. Они защищали нашу область на 6-м межрегиональном слете «Внуки Маргелова». Помимо прочих наград, десантники привезли значки за успешную сдачу нормативов ГТО, единственные в области. Машине! Это не боевая высадка, а возвращение домой с победой. Военно-патриотический клуб «Десантник» выступил на ежегодном межрегиональном слете «Внуки Маргелова». В Псковской области на территории 104-го гвардейского полка ВДВ собрались около 8 команд участников. Тяжело, как в армии побывало, на самом деле. Так, побегали, хорошо, ну, в общем. А самое, что мне запомнилось, змею ели мы, уже жарили с ребятами. Всем командам предстояло пройти 5 военно-спортивных дисциплин. Это пневматлон, бег с элементами стрельбы, эстафета, военизированный кросс. Кстати, он оказался одним из самых сложных для северодвинцев. Участникам пришлось даже доползать до финиша на коленях. Ну, у меня как-то нога заболела очень сильно, я вот упал. Вот, там был такой момент, что нельзя помогать, ну, своим, да, там нельзя подталкивать, носить. Вот, ну, пришлось как-то до конца толкать, брать силы. Также каждый участник мог продемонстрировать свои силы при сдаче норм ГТО. Это подтягивание, пресс, отжимания и другие. Кстати, наши ребята здесь отличились, получив 3 золотых и столько же серебряных значков. По отзывам даже действующих офицеров боевых, да, в общем-то, они с завистью об этом говорят, что у них там солдаты-срочники, да, ну, в общем-то,
не каждый так может, далеко не каждый, скажем так. И они говорят, вот нам бы такое подразделение, мы бы там ух, дали бы там все. Военно-патриотический слет проходит уже 6-й раз. Каждый год появляются новые дисциплины. Например, состязания на воде. Однако северодвинцев это не пугает. Домой они привезли 2 первых и 1 второе место. В следующем году ребята обещают улучшить результат. Правда, некоторые покажут свои достижения уже в армии. Владимир Богомолов, Дмитрий Ефимов, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска. Сильная тяга к спиртному довела молодую северодвинку до преступления. 16-летняя девушка вынесла из магазина сразу 7 бутылок дорогого алкоголя. Такую дерзость не смогли не заметить работники магазина и вызвали полицейских. Примерный ущерб торговой точки составил 4000 рублей. О других происшествиях смотрите подробнее в рубрике «Протокол». Медики 2-й горбольницы сегодня боролись за жизнь северодвинца. Мужчина получил множество серьезных травм, когда выпал с верхнего этажа из общежития на Орджоникидзе-11. Рано утром его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. В реанимацию пострадавшего доставили в состоянии комы. Мы проводили интенсивную терапию в полном объеме. Затем у нас случилась остановка сердечной деятельности. Проводились в полном объеме реанимационные мероприятия. Несмотря на это, пациент все равно умер. То есть это очень тяжелая, видимо, несовместимая с жизнью травма. С какого этажа выпал несчастный, неизвестно. На вид мужчине было около 60 лет. Там были переломы обоих бедер. Это влечет за собой большую кровопотерю. То есть неизвестно, сколько он пролежал на улице. То есть время, видимо, было упущено. Что это, несчастный случай или трагедия, имеет криминальный оттенок, предстоит выяснить полицейским. Еще один северодвинец сегодня ушел из жизни, причем по собственной воле. Самоубийство сейчас основная версия Следственного комитета. По предположениям следователей, 34-летний мужчина не смог пережить ухода жены и решился на отчаянный шаг. В ходе осмотра места происшествия, каких-либо признаков и там указывающих на совершение преступления в отношении данного мужчины не обнаружено. То есть мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. Тело обнаружили родственники, не исключено, имел место и алкоголь. Сейчас следователи проводят проверку. А вот кадры с видеорегистратора. Водитель легковушки движется по улице Профсоюзной. И на перекрестке с Индустриальной едва избегает столкновения. Северодвинский таксист то ли торопился, то ли запутался в дорожных правилах. Обошлось. А этот водитель стал свидетелем едва не разыгравшейся трагедии. На перекрестке Морской Карла Маркса на мокром асфальте занесло автомобиль. Рулевой танцующий легковушки смог остановить транспортное средство. Повезло, что позади не было близко идущих машин. Иначе это происшествие могло окончиться неприятными последствиями. Сегодня свой день рождения отмечает Государственная инспекция безопасности дорожного движения. До ее создания 77 лет назад их непростым ремеслом занимались сотрудники милиции, а функции регулировщика могли исполнять даже дворники. Но именно госавтоинспекция создала единое правило дорожного движения. Их соблюдение ежегодно спасает тысячи жизней. Александр Валерьевич, алкогольные напитки употребляли? На улице 28 градусов по Цельсию, город изнывает от жары, но для сотрудников ГИБДД это обычный рабочий день. И даже не укороченный, несмотря на профессиональный праздник, день Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Товарищ Вилли, причина остановки, значит, непристегнутый ремень безопасности. С нарушением согласны? Водитель серебристой «Тойоты» свою вину признает, ремнем безопасности не пренебрегает, но сегодня нашлась причина. Почему не пристегиваетесь? Торопился, вот только выехал из двора. В городе каждые сутки работает 5 экипажей ГИБДД. Только за прошедшую неделю они выявили 629 нарушений правил дорожного движения. 59 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, не каждый из них идет на контакт. Даже у взрослых мужчин бывают истерики. Как говорится, работа наша опасна и трудна, но
в этот, даже в этот наш приятный день мы все равно боремся с водителями, которые нарушают правопорядок и общественную безопасность. Это наша работа, да, продолжаем работать. Работы много. Сегодня в городе порядка 55 тысяч транспортных средств. Отдел ГИБДД ежедневно оформляет десятки нарушений, работает с тысячами документов по оформлению и учету транспортных средств. А полк новых водителей только прибывает. Если так приходить из цифр, да, то с учетом зарегистрированного транспорта и количества жителей нашего города, в городе Северодвинске сотрудников ДПС должно быть 226 человек. Вот на сегодняшний день их 40 человек. А что можете себе представить, да, какие нагрузки испытывает инспектор? Несмотря на трудности службы, есть положительные тенденции. Северодвинский отдел ГИБДД борется с детским травматизмом на дорогах. В этом году пострадало 18 детей. Это на одного человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А число ДТП за первые 5 месяцев, в том числе со смертельным исходом, в 3 раза меньше, чем в Архангельске. Олег Савин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Накануне на стадионе «Строитель» состоялись очередные матчи футбольного турнира болельщиков. В группе А прошлогодний победитель команда «Стройпорт» сразилась с дружиной «Позитив», а в группе С «Строитель Форвард» встретился с коллективом «Динамо». В дебютном матче «Стройпортовцы» разгромили технарей. Вторая игра должна была показать, так ли хорош прошлогодний победитель. На этот раз легкой прогулки по полю не получилось. Молодежь «Позитива» дала бой опытным игрокам «Стройпорта». За 10 минут до финального свистка счет был 2-2, и чаша весов могла склониться в любую сторону. В концовке встречи удача улыбнулась более опытным футболистам. 3-2 – вторая виктория «Стройпорта» в этом розыгрыше турнира. В группе «С» «Строитель Форвард» выиграл у «Динамо» со счетом 3-0. «Дружба» разгромила команду «Вест» 13-2, а сегодня на стадионе «Беломорец» состоятся очередные поединки в группе «Д». «Звездочка» сыграет с «Альянсом», «Спектр» с «Фотосервисом». Тем временем тренерский штаб хоккейного клуба «Водник» продолжает вести работу по укреплению состава команды. В межсезонье уже были приглашены несколько игроков, а накануне поморский коллектив пополнили новые хоккеисты. Контракты на один год с архангельским хоккейным клубом заключили два игрока – защитник Иван Козлов и нападающий Евгений Леонов. Иван – мастер спорта хоккея с мячом, уже известен желто-зеленым болельщикам. В минувшем году играл за «Водник» до середины сезона и принял участие в 49 играх, забив 25 голов в чемпионате и Кубках России. Евгений также мастер спорта, воспитанник Новосибирской школы русского хоккея. Последние два сезона провел в Ульяновской «Волге». За свою карьеру в чемпионатах и Кубках России провел 319 матчей и забил 104 мяча. Как сообщила пресс-служба клуба, комплектование команды на этот сезон завершено. А на сегодня это все новости. О событиях четверга узнаем завтра. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я с вами прощаюсь. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания.
четверг, 4 июля, в Северодвинске ожидается ветер северный, северо-западный, слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и составит 764 миллиметра ртутного столба. Переменная облачность, возможен дождь. Тип погоды второй – благоприятный. Температура ночью плюс 21, плюс 22, днем от 20 до 23 градусов выше 0.